Слушай, ты что приперся? Иди отсюда. Сюда не пройти тебе надо снимать эти. Экраны снимать, я не буду снимать тут, я потом сама оботру. Шаришься тут. Шумишь мне, мешаешь. В интернете положи. Ты что, бестолочь, базу ты пихаешь? Ты что, бестолковый? Ты подумай. Вот порха сейчас закрутит базу мне провода, ебона мать. Ты что, Гошка, не чувствуешь, что ли? Одурел? Ты, Гошка, дурачок. Отупел. Ищи. Ничего тебе тут. Модничай. Не чувствует базу. Что случилось-то? Он сейчас найдет. Круть-верт, потычется, помычется. Ищи, Гоша. Ищи. Давай. Крути задницей своей. О, почуял. Все. Чуханчик. Думал, тычет не с той стороны. Раньше он хорошо никогда таком не тыкал. Сейчас вот что-то стал тоже. Юля говорит, у них тоже что-то случилось, видимо, с батарейкой. Он тоже говорит, запустят его. Он так буквально, говорит, чуть-чуть все воткнулся. Чуть-чуть, говорит, отойдет. И снова, говорит, обратно. Отойдет и снова обратно. Ну, видимо, все равно что. Какая там электроника в мозгах, что ли, что там у них. Вот. А этот базу стал сворачивать у меня тоже. Никогда не сворачивал раньше. А тут вот тычется в бочину. Бестолковый. Напинаю сейчас. Ладно, заряжайся, стой, сейчас почищу тебя. Вот так долго, Палыч? Ну, сегодня народу много было. Да? Вовремя вот, начал? Шли. Я не знаю, во сколько он начал, но все идут, как да? бы сказать, по очереди. Ну, видимо, вначале он задержался или еще что-то. Все идут четко по времени, но с задержкой на час. Почти. На час? Ну, время-то у меня было офигеть. Сколько? Ну, что, подписал он тебе? Подписал. Что сказал? Потом расскажу сейчас. Ну, раздевайся, сейчас я себе подогрею обед. Надо уже обедать. Ты ж не завтракал вообще сегодня, да? Я? А? Нет, я там, что я выпил-то? Чай там вроде с одной ложкой. Раздевайся, лекарства выписали? Да, я получил. Все получил, да? Все получил. На 3 месяца? На 3 месяца. Ну, потерял ты декабрь, в декабре должен был получить. Ну, хрен с ним, ладно, у нас есть запас. Ну, ладно, пошла огреть тебе, давай раздевайся. Пошла подогревать. Что тут такое у меня валяется? Господи, это что такое тут? Записки какие-то, записульки. Скажи. О, как взяли в онкологии вон, кровь. Всегда брали изумительно. О, какая... вдулась аж вена. Ну, попала в это самое. Куда попала? Вообще, ну-ка, и вторую руку стыкала. Не, вторую-то попала. Какая ты гайструха. Пожилая, когда ты... И так, и сяк, и так. И так, слушай, вот тут-то чего вздулось-то, Сережка? Да шишак надо чего-то здесь, компресс здесь... какой-то надо сделать. Да просто спиртовой раньше делали. Да. Блин. Да рассосется вся эта херня. Ну тут-то она, тут ты так, и сяк, и так, и сяк. Я, вон упал у меня, да? Да, ну, я ладно, подниму сейчас. Ну ладно, лекарство получил. Все, это как бы подписал онколог на операцию. Это хорошо, это радует. Я подниму сейчас, подниму. Да, нет, не трудно поднять. Подниму. Ну, ладно. Нет. Ладно, одно дело сделано. К зубному завтра спрашиваешь, во сколько? Какое число ты завтра? Второе. Так, 12.05 нам в эту... В областную. И в 16 я еще записана на воскресенскую, если второй зуб лечить. Я тебя на 4 этих записала. Так что, чего ты? Кончилось? Не, надо там уберу, я стану потом. Ладно, я уберу сейчас. Вот говорю, тоже это. Пришел на прием, Палыч рассказывает. Всех теперь отправляют в первую городскую, теперь всех шуруют. Чтоб там не сидели лишние. Вот. А, и говорит, значит, справку надо подписать на операцию-то. Я таких справок не выдаю, онколог говорит, да? Угу. Вот. А в прошлый раз, когда он вставал на очередь 1,5 года назад, тоже надо было разрешение, чтобы встать на очередь, раз он онкологически больной, обязательно нужно от онколога справку. Вот. И тоже он, я не даю. И зашел главврач как-то в кабинете, оказался там доктор, да, не будем называть фамилию. Вот. И это он опять, и он, что, говорит, такое?
Палочка говорит, вот на справку подпиши, говорит, это совсем, говорит, не связано, мол, типа колено и, извините, жопа глаз, как говорится, не связано. А почему, говорит, не связано? Мне, говорит, под задницу пнули, с глаз искры полетели. Это анекдот про врача. И он говорит, я таких справок не пишу. Он говорит, а помните, я к вам приходил, тогда доктор такой-то был, ну, говорит, главврач был, сказал вам подписать. А, да, да, сразу вот все надо надавить, понимаете, что вот творится. Все вот надо, скажи, не подпишешь? Сейчас в прокуратуру полетит жалоба. Так на карточке-то красными буквами крупно написано «жалоба». Так знают, что он нажалуется опять. Тут скаут уже и главврача приплел. Быстренько все написал. Ну что за идиотизм, ребята, а? Ну что за идиотизм? Нажала на второй этаж в лифте. Раньше на второй этаж лифт не ходил. Нельзя было вызвать, не доехать до второго этажа, не вызвать на втором. О, теперь ходит до второго этажа. Ящик почтовый, надо мне зайти. Все правильно, люди платят со всех этажей за лифты. С первого платят. Содержание. А этот не ходил. Что тут накидали нам опять? Записулик, сейчас ящики посмотрю, что тут есть. Какое ветрище, это прямо завывает даже. Вышло прямо воет где-то на крыше. Палыч говорит, на открытых местах вообще с ног сдувает. Вот сейчас за домом так не дует сильно. Сейчас вот выйду, наверное, на открытую местность. Пошла до Зои. На тут. Костылям-то надо какие-нибудь помягче приделать. Подмышечники-то. Чтобы ходить-то не так надавливало ему будет. Много он, конечно, ходить не будет. Там только в больнице, да. Дома тут, до туалета, да чё. Кросс не погоню его сдавать. Вот. Пойду дойду. Не была на улице уже опять несколько дней. Смотрите, какое ветрище, ребята. Что делается? Кошмар. Ужас, вот на открытую местность вышла. Аж крыша брякает. О, авоськи. О, о. Зайду сейчас в авоську, куплю что-нибудь к чаю. В аптеку зайду, куплю что-нибудь к чаю. Ох. Закрыта авоська-то? Ха-ха. Закрыли, что ли? Товар принимают. Ой, ребята, унесет сейчас меня. Нет, заперто. Заперто. Ну, мне тоже что-то на ладан тоже, наверное, дышали, но хотя товара было много у них. Скользко. Ветер. В задницу дует. Нет, здесь нет никого. И ничего никогда не бывало, чтобы это. Ни объявления, ничего нет. Закрыто и все. Ну, в другой магазин никуда не пойду. В обратную сторону. Ой. Скажу, простите, пришла с пустыми руками. По пути больше никаких магазинов. Ой, блин. Бродка, скользко, ветрено. Зоя там еще купила мне две майки. В тот раз я приходила к ней. Она себе аж 4 штуки купила. Маечки. Без рукавочки. Дешевский магазин у нас есть на Никитова, там по 250 рублей. На сегодня там она как раз мне позвонила. В тех краях была, она ходила, специально там меняла. Футболку купила. Зятю на 23 февраля. Ну, а дочка сказала, говорит, он такой, говорит, сейчас это, мало такой размер, говорит, будет. Вот. Она ходила и меняла. И позвонила как раз мне оттуда. Я говорю, ну-ка, посмотри-ка, если там... Маечки-то купи мне, если есть, пожалуйста. Пожалуйста. Она вот мне купила 2 штучки. Скинула мне фотку, какие там расцветки. Удобно. Под пиджачок носить. Ну, даже так на даче бродить. 250 рублей, так это даром за амбаром. Вот, пойду денежку отдам ей сейчас сразу. Вот. Вот престоль тут у нас есть. Престоль. Пришла домой. Вот такие маечки Зоя мне купила. 250 рублей штучка. Она скидывает там мне, говорит, розовая, розовая. Я говорю, надо мне розовую, там не розовая, а малиновая. Можно было малиновую взять. Ну, вот такая серая.
голубая и вот такая бирюзовая. Ну, хорошо, стаскаю на даче, да и так хорошо. Открывай диспетчер, в небо коридор. Стартанет прямой наводкой тук Архангел Огородком через турбулентовый простор.